Ситуация на заводе «Автокран» находится под контролем правительства. Напомним, на предприятии были проблемы с выплатой заработной платы. Кровно заработанные сотрудникам задерживали на 2-3 недели. В настоящее время на предприятии сложилась непростая ситуация, потому как снизилось количество заказов. Но чиновники уверяют, что совсем скоро дело пойдет на лад. По согласованию сторон, работники, часть смен была отправлена в отпуск с сохранением среднемесячной заработной платы, а не 2/3. Вот. И на сегодня ситуация с заказами стабилизируется, и постепенно смены выводятся опять в работу. То есть в этой части здесь все как бы не настолько негативно, как это иногда преподносится со стороны тех же профсоюзных организаций и так далее.